В Люберцах открылось второе здание театра кукол «Радуга» на улице Шоссейная в доме 8. Первое, историческое, находится в Томилине. С какого литературного произведения труппа начала сезон на новой сцене, расскажем в нашем сюжете. В одном департаменте служил один чиновник. В кукольном исполнении главный персонаж Шинели Акакий Акакиевич, мелкий петербургский чиновник, оживает в руках актрисы-кукловода и драматического актера, с которыми с этого года пополнилась театральная труппа. Мы решили пойти на эксперимент и добавили драматических актеров, чтобы разбавить кукольных актеров и драматическими. И у нас получился замечательный симбиоз. Ребята обмениваются опытом. Кукольники помогают драматическим осваивать куклы, а драматические помогают кукольникам подтянуть актерское мастерство. Профессиональное сценическое оборудование для новой сцены приобретено по государственной программе «Поддержка и техническое оснащение детских кукольных театров». Благодаря этому проекту мы получили федеральные средства, закупили оборудование световое и звуковое, а также поставили спектакль «Шинель». В следующем году также мы надеемся и планируем на эти средства закупить уже театральные кресла, продолжение всего зала и оборудование для онлайн-видеосъемки. Спектакль «Шинель» можно увидеть и по пушкинской карте. Длится он 1:15. Рассчитан на возрастную категорию 12+. Всего же в репертуаре театра 17 спектаклей. Луиза Егиазарян, Мария Антонова, Денис Заугольников. Телеканал ЛРТ.